Сегодня мы поговорим о таком проекте под названием BitGoat. Что такое BitGoat? BitGoat — это стартап, компания, которая, кстати, вышла уже на канадскую фондовую биржу. Основным инвестором данной компании является компания Soros Brothers Investment, которой руководит сын Джорджа Сороса. Это знаменитый финансист, как вы знаете. Итак, компания BitGoat предоставляет нам возможность покупать золото, а соответственно инвестировать в золото из любой точки планеты доступными способами с помощью интернета и аккаунта у компании BitGoat. Как это делать, мы посмотрим с вами чуть позже в личном кабинете. Я уже прошел регистрацию. Ссылку на данный сайт вы увидите прямо под этим роликом. Также сможете перейти, ознакомиться с проектом и создать свой аккаунт. Итак, давайте пробежимся коротко по главной странице. У нас вверху есть, помимо логотипа, возможность выбирать валюту, в которой отображается стоимость за грамм золота. Давайте оставим доллар, USD. И сейчас грамм золота стоит $37.98. Далее у нас идут некоторые фишечки по поводу меню. Почитайте, когда у вас будет время. И тут же вы можете создать свой сейф, аккаунт. Для этого достаточно придумать email и пароль. И нажать на кнопочку Create Account. Далее у нас есть краткое описание того, почему именно BitGoat. Во-первых, первая картинка — это потому, что купить золото с помощью BitGoat очень легко. Кстати, вы можете это сделать с помощью различных способов оплаты, таких как банковский перевод, дебетовые карты и, конечно же, биткоины. Почему, собственно говоря, данный обзор появляется на моем канале «Криптоденьги». Далее, вы можете, конечно же, хранить золото в сертифицированных хранилищах по всему миру, в таких странах, как Сингапур, Торонто и другие. Но об этом поговорим чуть позже. И хранение происходит бесплатно. То есть вы можете видеть, что здесь вот написано for free. То есть хранить золото вы сможете абсолютно не платить за это. И далее. Мы смотрим, что ваше золото, вот это очень важный момент, может быть высвобождено. То есть вы можете в любой момент оформить заявку и получить свое физическое золото на указанный адрес. Правда, для этого вам придется заполнить некоторые данные, предоставить скриншоты ваших контактных данных, как обычно, чтобы пройти верификацию. Ну, это сделать, в принципе, несложно. Но согласитесь, момент, когда вы можете получить физическое золото, очень-очень заманчиво звучит. Итак, далее идем и смотрим, что у нас предполагается еще в проекте BitGoat. Также можно пересылать оплату между пользователями системы. То есть совершать некоторые такие переводы. Также это будет бесплатно. Далее. Вот такая фишка у них — это возможность тратить золото в международном формате. То есть они собираются выпустить битголдовскую дебетовую карту. И вы можете использовать ее в посттерминалах или использовать в специальных банкоматах. Далее идет у нас для продавцов принимать золото. Далее у нас есть страховка. Все золото застраховано компанией Brinks. Это одна из лидирующих компаний на рынке. И в случае потери или кражи ваше золото застраховано. Это тоже немаловажный момент. И Golden Heart Program — это реферальная программа, когда вы приглашаете в проект BitGoat, вы получаете вознаграждение в физическом золоте. Конечно, в небольшом количестве, но сколько-то там граммов вы получаете за приглашение рефералов. Это такие основные преимущества, которые можно увидеть, перейдя на главную страницу компании BitGoat. Далее мы, в принципе, можем видеть еще инвесторов данного стартапа. Как раз таки Soros Brothers Investment. И остальные компании я лично не знаю, но если кому-то из вас они знакомы, то
Пожалуйста, обратите на это свое внимание. И давайте теперь перейдем непосредственно в аккаунт. Вы можете зарегистрироваться. А я же уже войду в свой существующий кабинет. Давайте, займет пару секунд. Итак, есть у нас, значит, некоторые вкладки. Дебет карт. Начнем с того, что я сказал, что пока это не реализовано. Далее у нас есть возможность отправить платеж. Можно это сделать, введя e-mail или имя. Напомню, что получатель должен быть в системе BitGo, также, чтобы вы могли отправить ему какую-то сумму. Ну, также у нас есть список транзакций и overview, общая статистика по кабинету. Что мы можем здесь сделать? Конечно же, вы можете в первую очередь настроить свои пользовательские настройки, загрузить аватар. Здесь у нас находится реферальная ссылка. Как вы можете видеть, что вы получите на, ну, конечно, смешно, на менее чем $1 золота. Но, тем не менее, если пригласите там сотни людей, допустим, то ну, это будет довольно уже так ощутимо, скажем так, ваше вознаграждение. А приглашать можно через социальные сети Twitter, Facebook и LinkedIn. Для этого можно поделиться ссылочкой. Также посмотреть статистику по друзьям. Пока у меня никого нет, но надеюсь, после данного ролика некоторые из вас, кто интересуется инвестированием, а также хранение средств помимо валют, также и в металлах, то, пожалуйста, рассматривайте данный проект как возможность альтернативного хранения ваших средств в виде физического золота. Что еще? Что еще у нас здесь есть в кабинете? У нас есть уведомления. Когда что-то у вас здесь отображается, у вас появляется иконка, что нужно прочитать. И чтобы сделать вклад, мы можем использовать, как я сказал, биткоин. Для начала нам нужно выбрать, где у нас будет храниться наше золото. Допустим, давайте выберем Гонконг. Нажмем Next. И вот, пожалуйста, используя биткоин, мы можем купить золото на хранение. Также можно использовать дебетовые карты, Union Pay, банковский перевод и Visa карты. Сейчас я не собираюсь покупать золото, я делаю этот обзор для тех, кому данный проект, данная компания может быть интересной. Компания BitGold также сделала этот проект для того, чтобы уберечь нас от сильной волатильности биткоина, которая заметно существует последние годы на рынке. Золото, оно, конечно, колеблется, но оно не часто теряет до 10-20% от своей стоимости, что мы могли наблюдать в отношении биткоина. Поэтому хранить средства в золоте более безопасно в плане волатильности, чем в тех же биткоинах. Ну и, конечно, можно, как я сказал уже до этого в начале, получить физическое золото. Для этого нажимаем на Redeem. Также выбираем Physical Gold. Нажимаем Next. Select Vault Cash. Next. Можно выбрать, получить в кубах 10-граммовых золота или 1 килограмм в этих плитках. Ну, сейчас об этом, конечно, рано говорить, поскольку я продемонстрировать вам не смогу данный процесс. Ну и, конечно же, рекомендую вам обратить на вот эту вкладочку About, о компании, а также почитать Why Gold, почему золото, чтобы прояснить вам, стоит ли вам вообще связываться с данной тематикой. Также перейдите на саппорт, там вы найдете основные ответы на часто задаваемые вопросы по проекту. Также есть Gold Price Charts, что мне тоже понравилось на данном сайте. Здесь можно настроить график золота, можно выбирать между линейным графиком,
и также японских свечей, и выбирать, соответственно, период, то есть от 1 минуты до 10 лет. Я обычно для трейдинга использую 1 месяц. Поэтому, если мы выберем 1 месяц, то подождем загрузки и увидим волатильность цены на золото за последнее время. Ну, как вы можете заметить, что пик пришелся на 2011 год, а затем золото постепенно снижалось и сейчас зафиксировалось в диапазоне между 36 долларами и где-то здесь у нас 41 доллару за грамм золота. Ну, то есть вы можете видеть, что за 2 года золото относительно теряло, колебалось в цене не так сильно, как тот же биткоин, когда курс поднимался до 1200 долларов, потом падал до 500, сейчас потом до 250. То есть, в принципе, идея хранить часть средств в золоте физическом, к которому вы имеете постоянно доступ, к тому же, она привлекательная, но нужно в этой теме немножко разбираться, немножко понять, стоит ли это делать вообще. Ну, некоторая такая привлекательность в этом определенно присутствует. Также можете распечатать или экспортировать в PDF данный график. На этом у меня все. Спасибо, что смотрели данный ролик. Все вопросы и комментарии оставляйте под данным видео. Давайте вместе анализировать и размышлять по поводу данного проекта. Удачи вам и хорошего дня!